First of all, may I bring you greetings from my church in England. В первую очередь я хочу поприветствовать вас от лица своей церкви в Англии. I was for many years pastor of a church in the west of England near the city of Bath. На протяжении многих лет я был пастором на западе Англии, возле города Бат. It's a great privilege to be with you today. И для меня большая честь общаться с вами сегодня. Our first subject is who was John Calvin. Тема нашей первой беседы кто был такой Жан Кальвин? This year is the 500th anniversary of the birth of John Calvin. В этом году мы отмечаем 500-летие со дня рождения Жана Кальвина. John Calvin was one of the outstanding leaders during the Protestant Reformation. Жан Кальвин был величайшим лидером, вождем протестантской реформации. We remember him today because he pioneered the methods of biblical exposition that we still use. И сегодня мы все еще помним о нем, потому что он открыл новые методы изучения Библии. He also produced one of the finest works on Christian doctrine in the history of the church. Он также написал один из лучших учебников по богословию за всю историю церкви. John Calvin was French. По происхождению он был французом. But he did his most significant work in the Swiss city of Geneva. Но большую часть своей жизни он провел в швейцарском городе Женева. God blessed him with an outstanding mind. Бог благословил его удивительным умом. He was trained in both theology and law. В молодости он изучал как богословие, так и юриспруденцию. He was also an outstanding linguist. И кроме того, он был блестящим лингвистом. He, apart from his native language of French, помимо своего родного французского языка, he had a fine grasp of both Latin and Greek, он прекрасно владел латынью, греческим, and developed a good understanding of Hebrew. Хорошо знал иврит. By very vigorous study, he cultivated great intellectual ability. И он развивал свои интеллектуальные способности очень таким напряженным трудом. But above all, he was a man of God. Но самое главное, что мы должны сказать о Жане Кальвине, что он был человеком Божьим. In his mature ministry, his influence spread from Switzerland into his native France. Когда он уже долгое время нес служение, то его влияние, оно распространилось из Швейцарии в его родную Францию. And as the years passed into the Netherlands, а со временем и в Голландию, Hungary and Britain, Венгрию и Великобританию, and in the next century into North America, а в следующее поколение, в следующем веке и в Северную Америку его влияние распространилось. And also in the next century, Kirill Lucaris, Patriarch of Constantinople, became a Calvinist. И интересно, что в XVI веке Кирилл Лукарис, епископ Константинопольский, патриарх Константинопольский, он стал тоже кальвинистом. Sadly, he was murdered, he was martyred for his teaching. И, к сожалению, он был убит за свои богословские взгляды. Let's turn now to Calvin's early life. Давайте теперь начнем с раннего периода жизни Кальвина. John Calvin was born on the 10th of July, 1509. Жан Кальвин родился в 1509 году, 10 июля. He was born in the small French city of Noyon in Picardy. Родился он в небольшом французском городке Noyon в провинции Пикардии. His parents were Gerard and Jean Calvin. Его родители Gerard и Jean Calvin. And he was the second of four sons. И он был вторым из четырех сыновей. His father was a lawyer. Отец его был юристом. Who acted on behalf of the clergy of the neighboring cathedral.
И он занимался делами местного духовенства. This connection enabled his father to get an education for John under a tutor in an aristocratic family. И вот такая работа Жерарда позволила ему дать хорошее образование своему сыну Жану, и Жан учился в аристократической семье. At an early age, it was clear that John was the brightest of the boys in the family. И с первых дней было понятно, что Жан один из самых таких умненьких мальчиков в этой семье. And his father intended him for the priesthood. И его отец планировал, что он станет священником в Римско-католической церкви. To this end, he obtained finance from the cathedral for his education. И с этой целью он получил грант от местной католической церкви для обучения своего сына. His mother was a very devout Roman Catholic. И мать его также была очень набожной католичкой. She used to take him with her on pilgrimages. И она брала с собой маленького Жана в разные паломничества. Sadly, he lost his mother when he was quite young. Но она умерла, когда он был еще совсем маленьким ребенком. In early adolescence, he proceeded to the University of Paris. Когда он несколько подрос, он поступил в университет Парижа. He was enrolled in the Collège de la Marche. А конкретно он поступил в колледж де ла Марш. It has a reputation for being the toughest of the French colleges. И в то время это был один из самых, ну, как бы, сложных и трудных колледжей во Франции. Studies could begin at 5 in the morning. Учеба там начиналась в 5 часов утра. And go on until late evening. И продолжалось до позднего вечера. Food was bad. Еда там была очень плохая. The beds were hard. И спали они на жестких постелях. Calvin later attributed some of his ill health to the toughness of the discipline. И позже Кальвин говорил, что некоторые его болезни, которые появились в поздние годы, они появились именно из-за учебы в этом колледже. But he was blessed with an outstanding Latin teacher. Но Бог благословил его замечательным преподавателем латыни в этом колледже. This man, Maturin Cordier. Этого человека звали Матурин Кадьер. Was considered to be one of the best teachers in Europe. И на тот момент он считался одним из лучших знатоков латыни в Европе. And this was to be very important later. И позже это было для Кальвина очень важно. Because Calvin's facility in Latin enabled his writings to spread across country boundaries. Потому что блестящее владение латынью позволило Кальвину распространить свои книги по всей Европе. Latin was still the language used in universities. Потому что на латыни ведь все еще говорили в университетах. Whether Oxford or Cambridge in England. И в Кембридже, и в Оксфорде, в Англии. Or Paris in France. И в Париже, во Франции. Or the Italian universities. И в любом итальянском университете. All the teaching was done in Latin. Все преподавание велось на латыни. So a man with a university education could grasp something written in Latin fairly easily. Поэтому человек, обладавший университетским образованием, легко читал по латыни. And that was important later for the spread of John Calvin's teaching. И это было очень важно для дальнейшего распространения учения Кальвина. He later proceeded to another college to prepare for the priesthood. Потом Кальвин поступил в другой колледж, чтобы уже подготовиться к священническому служению. And we're told that here he developed his powers of memory. И из документов мы знаем, что там он особенно работал над своей памятью. Before he went to sleep at night, he went over everything he'd heard or been taught during the day. И у него был такой обычай. Перед тем, как лечь спать вечером, он повторял все, что он изучал или слышал в течение дня. And the first thing he did when he woke in the morning, и первое, что он делал, проснувшись утром,
was to recall all that he'd learned on the day before. Он вновь повторял все то, что изучал в предыдущий день. That was important when there were fewer books. Fewer books were available, so that was important. И это было очень важно, потому что книг тогда было не так уж много. It meant as the years went by, he was able to quote very easily what he'd read or what he'd been taught. И позже он с легкостью цитировал из самых разных источников в своих книгах. The theology he was taught was that of the Roman Catholic Church. Ну, конечно, богословие он изучал в рамках Римско-католической церкви. One of the teachers by the name of John Major was a leading opponent of the teachings of Martin Luther. И один из его учителей, Джон Мейджор, был даже одним из главных противников учения Лютера. John Calvin himself says that at this time he was stubbornly addicted to the papacy. И сам Кальвин признается, что вот в подростковом возрасте он был упрямо предан католичеству. He graduated at about the age of 17. В 17 лет он закончил свое образование в колледже. Everything seemed to be set for him to proceed to the priesthood. И казалось бы, все было подготовлено для того, чтобы он стал католическим священником. And then his father changed his mind. Но потом его отец решил поменять все планы. His father had a violent quarrel with the canons of the cathedral in Noyon. Дело в том, что его отец разругался в пух и прах с той церковью, которая, в общем, поддерживала, оплачивала образование его сына. So he decided that John should go off to study law. И поэтому его отец решил, что теперь Жан должен изучать не богословие, а юриспруденцию. So he moved universities to Orléans. И поэтому Калин переехал в Орлеан, чтобы поступить в другой университет. Калин также в этот период учился в Бурже. He went to Bourges because at that time it had a good reputation for law, legal teaching. Потому что, ну, в Бурже в то время существовала хорошая школа юриспруденции. But in fact, he was disappointed with the quality of the teaching there. Но на самом деле он был разочарован уровнем преподавания. But more important, he took the opportunity to study Greek at Bourges. Но что более существенно, то что в этом колледже он также занялся изучением греческого языка. And his teacher was a German Lutheran by the name of Melchior Vollmar. И его преподавателем греческого языка был немец, лютеранин по имени Мельхиор Волмар. Возможно, это один из факторов, который привел к обращению Жана. As well as meeting Volmar, he may well have read Lutheran books, which were being smuggled into France at the time. И он не только учился у Волмара, скорее всего, он еще и читал лютеранские книги, которые контрабандой завозили в этот город. Although they were strictly forbidden, students certainly were reading them. То есть эти книги были запрещены, но студенты их все-таки читали. He was also having discussions with his colleague, his cousin Olivetan. Он также общался со своим двоюродным братом Оливетаном, who became a Lutheran in 1528. Который ранее, в 1528 году, обратился в лютеранство. And later, although John Calvin never tells us exactly when he became a Protestant, he tells us that he experienced a sudden conversion. И хотя Жан Кальвин никогда не рассказывает конкретно о своем обращении, когда оно произошло и как, он все-таки упоминает, что оно было довольно неожиданным. He speaks of the way in which God overwhelmed his stubborn will. Он рассказывает о том, как Бог буквально сломал его упрямую волю. And increasingly he was giving himself to the study of the scriptures. И именно в этот период Кальвин все больше и больше начинает изучать Писание.
1531 his father died. В 1531 году его отец умирает. So John went back to Paris to resume studies of Greek and Latin. И Жан возвращается в Париж, чтобы возобновить изучение латыни и греческого. I think at this time he was expecting to become a university teacher. И в этот момент он думал, как и другие вокруг него, что он станет просто преподавателем в университете. In 1532 he published his first book. В 1532 году он издал свою первую книгу. It was an edition of one of the Latin classics, De Clementia, concerning mercy, by the ancient Roman Seneca. Это были комментарии на книгу Сенеки, De Clementia, или в переводе на русский, о милосердии. И по этой книге совершенно невозможно сказать, что Кальвин стал протестантом к этому моменту. Но, в общем-то, в этой книге, в этой светской книге, невозможно было высказать какие-то свои религиозные идеи. We're told it was a very thorough piece of work. Специалисты говорят, что это была отменная работа. But it wasn't a publishing success. Но, к сожалению, бестселлером не стало. And that may have been a factor in turning Calvin away from university studies. И, может быть, это была одна из причин, почему Кальвин передумал становиться преподавателем в университете. In the following year, a friend, Nicholas Kopp, was invited to preach an important sermon in the university. В следующем году, в 1533, Николас Кобб читал лекцию в Парижском университете. The sermon proved to be a bombshell. И это была необычная проповедь. Она произвела эффект взорвавшейся бомбы. It was delivered in a service with all the context of Roman Catholic ceremonial. Она была произнесена, ну, в общем-то, во время католической мессы, во время католического богослужения. From the pulpit, Kopp gave a great gospel statement. Но на самом деле это была евангельская протестантская проповедь. And took the opportunity to encourage all who were being persecuted for the sake of the gospel. И в этой проповеди Николас Кобб также ободрял и утешал всех тех, кого гнали за истинное Евангелие. It's interesting to speculate who wrote the sermon. Возникает вопрос, кто на самом деле написал эту проповедь? Because a copy of it still exists in Calvin's handwriting. Потому что существует копия этой проповеди, написанная рукой Кальвина. And attached to it is a note by Calvin's secretary, sermon written on behalf of Nicholas Kopp. И также к этой проповеди прилагается записка секретаря Кальвина, на которой написано проповедь, написанная Жаном Кальвином для Николаса Коппа. So some people think that Calvin was the author. Поэтому некоторые специалисты считают, что автором этой удивительной проповеди был Кальвин. Others disagree. Другие не согласны с этим мнением. Because the sermon is not written in Calvin's brilliant Latin style. Потому что латынь этой проповеди не настолько хороша, как мы привыкли видеть ее у Кальвина. But we do know that Kopp and Calvin were close friends. Но мы точно знаем, что Николас Кобб и Жан Кальвин были близкими друзьями. And it's quite likely that the two men talked about the sermon together before it was ever delivered. И практически нет сомнений, что они по крайней мере обсуждали содержание этой проповеди до того, как она была сказана. Whoever was the author, the authorities decided to prosecute. Кто бы ни оказался автором, но власти решили наказать того, кто это сделал. Calvin certainly fell under suspicion. И Кальвин тоже попал под подозрение. And Calvin and Kopp fled from Paris. Поэтому Кальвин вместе с Николасом Коппом они были вынуждены бежать из Парижа. At this time he went into hiding in the south of France. И они пустились в бегство и спрятались где-то на юге Франции. And moving from place to place, he gave himself to studying the scriptures. И переезжая с города в город, с деревни в деревню, Кальвин продолжал изучать Писание.
A meeting with little Bible study groups. И делал это вместе с какими-то другими верующими, небольшими группами верующих. There weren't any Protestant churches yet. Надо понимать, что в тот момент еще не существовало протестантских церквей во Франции. But there were certainly people in France who were real believers. Но были отдельные люди, которые были настоящими верующими. They'd received the teachings of Martin Luther. Они приняли учение Мартина Лютера. And they'd had a genuine experience of the gospel coming to faith in Jesus Christ. И они на самом деле уверовали в Евангелие и пришли к Иисусу Христу. They were stronger in the south of France than in the north. И таких людей было больше на юге Франции, чем на севере. These were the people that Calvin was moving amongst. И Кальвин в этот период жил именно среди этих людей. And he seems to have been planning to write a handbook for them. И он решил написать для них небольшое руководство по богословию. Предполагалось, что это будет небольшая книжка по основам христианского богословия. Что-то, на что они могли бы опираться, чтобы можно было выразить какие-то основные библейские истины. According to tradition, Calvin met with this group in a cave to celebrate the Lord's Supper. И предание говорит, что Кальвин встречался с верующими, в том числе и в пещерах, для того, чтобы праздновать вечерю Господню. But by 1534 he knew that he could no longer hold his position in the Roman Catholic Church. Но ясно одно, что к 1534 году Кальвин уже не мог занимать место священника в Римской католической церкви. So at some risk he went up to Noyon. Поэтому он с риском для себя вернулся в родной Найон. And there he formally resigned his position. И, так сказать, уволился с поста священника. What was the future to hold? Что ждало его в будущем, неизвестно. He decided to take refuge for the moment in Switzerland. Но в тот момент он решил отправиться в Швейцарию. So he traveled to the Swiss city of Basel. И он отправился в швейцарский город Базель. И туда Кальвин отправился, видимо, потому что Коп уже был там. While he was there, he met with a number of important people. И в Базеле он встретил много важных людей. One of them was Henry Bullinger, who was the senior pastor of the Protestant Church in Zurich. Один из них, Генри Буллингер, старший пастор протестантской церкви в Цюрихе. A fellow Frenchman he met was Peter Vire. Он также встретился с Пьером Вире. Vire later on was to be one of his colleagues in Geneva. Который позже стал одним из помощников Кальвина в Женеве. But his main work was writing, doing, preparing this handbook. Но основное внимание Кальвин в этот период уделял написанию своей книги. He had to rush to finish it. И ему нужно было спешить, чтобы закончить ее. Because events in France compelled him to do so. Во Франции происходили некоторые события, которые заставляли его спешить. In Paris there was a group of believers who wanted to rush a reformation. В Париже была группа верующих, которые хотели как можно быстрее провести реформацию во Франции. They decided therefore on rash action. И поэтому они решили провести некоторые акции в городе. They had notices printed denouncing the Roman Catholic Mass. Они напечатали плакаты, в которых они отвергали католическую мессу. Pointing out that it was an idolatrous service. И называли ее идолопоклонническим служением. Breach of God's commandments. Нарушением божественных заповедей. And they had these notices stuck up all over Paris. И они расклеили за ночь эти плакаты по всему Парижу. It happened on one night. И все это за одну ночь сделали. And one of them was even plastered on the king's bedroom door. И один из этих плакатов был приклеен к двери спальни самого короля. The first thing the king saw in the morning. И первое, что король увидел утром. He was furious.
И он был разгневан. Because it was quite obvious that there were supporters of the reform movement working in the royal household. Потому что оказалось, что есть сторонники реформации даже при дворе королевском. Well, immediately there was a search for culprits. И тут же полиция начала искать тех, кто это сделал. And a lot of people were arrested, some under suspicion, some were genuine believers. Некоторые и многие были арестованы, некоторые попали там случайно, но некоторые были как раз теми людьми. The king was determined to purge all Protestants from Paris. И король принял решение очистить Париж от всех протестантов. In fact, it began to create trouble for the king. Но вся эта ситуация создала определенные проблемы и для самого короля. Because the king was trying to negotiate an alliance against the rulers, the king of Spain. Потому что в этот момент король Франции пытался создать союз военный против короля Испании. And to get support, he was turning to the Protestant princes of Germany. И союз он пытался заключить с протестантскими князьями в Германии. And they weren't too keen to form an alliance with a king who was burning Protestants in Paris. И, как вы понимаете, они не были совсем счастливы помогать французскому королю, который в это время жёг на кострах протестантов. But the king therefore tried to persuade the Germans that the French Protestants were in fact dangerous revolutionists. Поэтому французский король попробовал убедить немцев в том, что во Франции протестанты они какие-то неправильные, это просто бунтари и смутьяны. So Calvin decided to publish his book showing that the French Protestants in fact were not revolutionaries, but they were loyal to the scriptures. И поэтому-то Кальвин и хотел побыстрее закончить свою книгу, чтобы показать, что французские протестанты, они не были бунтарями и смутьянами, а они были настоящими верующими, верными Писанию. And essentially they were teaching historic Christianity. И что они придерживаются фактически исторических христианских учений. So the book came out with an introduction, which was a dedication to the King of France. И когда эта книга была издана, она начиналась с письма, обращенного королю Франции. It appeared in 1536. Книга впервые была издана в 1536 году. It was a small volume of six chapters. И вначале это была совсем небольшая книжица, в ней было всего лишь шесть глав. Chapters were one about the Ten Commandments. Первая была о десяти заповедях. Two about faith. Вторая о вере. And he explained the Apostles' Creed. И в этой второй главе он излагал апостольский символ веры. Three about prayer. Третья глава была о молитве. The Lord's Prayer. И также было объяснение молитвы Отче наш. And so far, theoretically, there was nothing that Roman Catholics could disagree with. И в этих первых трех главах, в принципе, не было ничего такого, с чем бы католики могли не согласиться. And then four about the sacraments. Но в четвертой главе Кальвин писал о таинствах. Now he is beginning to tread on dangerous ground. И, конечно же, уже он перешел на очень опасную территорию. Explained baptism as he understood it. Он писал о крещении, как он его понимал. And the Lord's Supper. И о вечере Господней. Then the next chapter, chapter 5, was headed the other sacraments which are not sacraments. Пятая глава называлась следующим образом: другие таинства, которые не являются таинствами. Because the Roman Catholic Church teaches that there are seven sacraments. Дело в том, что Римская католическая церковь учит, что всего семь таинств. Calvin's argument was that there are two sacraments. Но Кальвин пытался показать, что на самом деле только два таинства есть. And they were sacraments instituted by Jesus Christ. И что именно эти два таинства установил Иисус Христос. Baptism and the Lord's Supper. И эти таинства, конечно, крещение и вечеря Господня. Chapter 6 was Christian liberty. Шестая глава была посвящена христианской свободе. What's the power of the church? Какова власть и авторитет церкви?
What's its sphere? What does it deal with? What is the church concerned about? Какова сфера деятельности или действия церкви, чем церковь должна заниматься? And what's the sphere of civil government? И какова сфера деятельности гражданской власти? Чем занимается гражданская власть? And he showed that God instituted civil government. И Кальвин показывал, что сам Бог установил власть. So that there should not be disorder and anarchy. Поэтому в обществе не должно быть какого-то беспорядка и анархии. It's part of God's mechanism for controlling man's sinful passion. Государство, с точки зрения Кальвина, это божественный способ контролировать греховность человека. So you see, that was important, showing the king of France that the Protestants were not dangerous revolutionaries. И эта глава была важна для того, чтобы показать королю Франции, что протестанты на самом деле не революционеры, не бунтари. They were not there to overthrow the state. Они совершенно не собирались сделать государственный переворот. In fact, their teaching upheld the state. Напротив, их учение поддерживало власть короля. Well, the little book was called The Institutes of the Christian Religion. Эта небольшая книжка называлась «Наставления в христианской вере». And it was intended to give basic teaching about Christianity. И целью было в том, чтобы дать какие-то азы христианского учения. And Calvin continued to work on it for the rest of his life. Но Кальвин продолжал работать над этой книгой до последних дней своей жизни. Edition after edition appeared. Появлялось издание за изданием. Until 1559. Пока наконец-то в 1559 году. The modern English edition is. Consists of two substantial volumes. Появилась огромная книга, и, скажем, в английском переводе это два таких толстых тома. When Calvin later produced his commentaries on various books of the Bible, и когда Кальвин писал свои комментарии на различные библейские книги, he assumed that the readers would have some understanding of the doctrine which was taught in the institutes. Он предполагал, что читатели его комментариев уже имеют какое-то представление о том богословии, которое он изложил в наставлениях. The institutes summarized the teaching of the Bible. Наставления, они как бы подытоживали все важные учения Библии. While the commentaries would look at the detail. А комментарии, они добавляли какие-то детали и нюансы. Let's move on to see how Calvin came to Geneva. Давайте теперь поговорим о том, каким образом Кальвин оказался в Женеве. Technically, Geneva was in the Duchy of Savoy. Женева была частью графства Савой. The Duke of Savoy was his overlord. И Савойский граф был, в общем-то, и главой Женевы тоже. And there had also been a bishop of Geneva who exercised considerable power. И он также являлся епископом Женевы и обладал довольно большой властью. But for many years before the Reformation, the citizens of Geneva had become very restless. Но уже за много лет до Реформации Женева стала таким беспокойным городом. They resented both bishop and duke. Горожане старались как-то не подчиняться как графу, так и епископу. And in 1527, with the help of the cantons of Bern and Fribourg, they expelled the bishop and the representative of the duke. И наконец-то в 1527 году жители Женевы с помощью Берна и Цюриха смогли изгнать и епископа, и самого графа из своего города. Now note, this is all political for the moment. И мы должны понимать, что все это было на уровне политики, это были политические события. No Protestant preachers in Geneva at that point. И в тот момент в Женеве совсем не было протестантов и протестантских проповедников. Actually, Bern becomes Protestant and Fribourg, but Fribourg remains Roman Catholic. Из этих двух городов, Берн и Фрибург, не Цюрих, а Фрибург, Берн был протестантским, а Фрибург по-прежнему католическим. Then in 1532, 5 years later, a Protestant preacher arrived on the scene. Но в 1532
1932 году, после, 5 лет спустя после того, как епископ был изгнан, появился протестантский проповедник в Женеве. He was a fiery Frenchman. Он был таким очень вдохновенным французом. William Farrell. И звали его Вильям Фаррель. Big red beard. Он был рыжий, у него была длинная рыжая борода. And a voice that could drown an organ, they said. И у него был настолько сильный голос, что говорили, он мог заглушить орган. And for the first time, Geneva heard the gospel. И впервые с приездом этого человека Женева услышала Евангелие. But you know, usually there was trouble around when Farrell arrived on the scene. Но как мы можем убедиться по истории, как только Женев Фаррель появлялся, тут же возникали проблемы. He's one of that tradition of preachers who turned the world upside down. Это один из тех проповедников, который все ставит с ног на голову. The Roman Catholics weren't giving up without a fight. И католики, естественно, без боя сдаваться не собирались. And riots broke out in the city. И в городе начались бунты. And for the moment, Farrell had to flee to Lausanne. И Фаррель вынужден был бежать в Лозанну. But just at the time Farrell went away, another preacher arrived. Но пока Фаррель был в бегстве, появился новый проповедник. Very different man. Он очень сильно от него отличался. Антуан Фромент. Антуан Фромент. Некий Антуан Фромен. He came as a French tutor. Он был преподавателем французского языка. Some of the aristocratic ladies in Geneva wanted to improve their French. То, что некоторые дамы из высшего света в Женеве, они хотели улучшить свой французский язык. Фромен was just the man for them. И Фромен как раз для этого и приехал. He was a believer. Однако он был верующим. And he used the New Testament to... There had already been a French New Testament produced, and he used that to teach the French language. И он использовал в качестве учебника для французского языка Новый Завет. А в то время уже существовал Новый Завет на французском языке. And his influence began to spread. И естественно, он стал оказывать очень сильное влияние в городе. Until eventually he began to preach openly. И потом он начал просто открыто проповедовать Евангелие. Farrell came back. Фаррель вернулся. And they were joined by Peter Viret, the man I referred to earlier. И к ним еще присоединился третий человек, Пьер Вире. Team of three men now preaching the gospel. И теперь в Женеве команда из трех человек проповедовали Евангелие. But again, disorder broke out. Но опять начались беспорядки в городе. The three men lived in the same house, but they had a strong Roman Catholic housekeeper who tried to poison them. Все три мужчины жили в одном доме, но владелец дома был таким ярым католиком, и он пытался просто-напросто отравить их. The people from the city of Bern tried to calm the situation. Жители Берна, они пытались как-то эту ситуацию успокоить. But such was the influence of the three preachers that in May 1536 Geneva had a big meeting and agreed to accept the gospel. Но влияние этих трех человек было настолько сильным и мощным, что в 1536 году, в мае этого года, в Женеве прошло такое общее собрание, и город решил стать протестантским. Later events show that many of them didn't really understand what they'd done. Как позже выяснилось, многие из тех, кто голосовал, вообще не поняли, что происходило. But their acceptance of the gospel was a means for the moment of asserting their independence. Но в тот момент им важно было принять протестантство, чтобы стать независимым городом от других городов. There were certainly were believers and a growing band of believers in Geneva. Нет сомнений, что верующие настоящие в Женеве были, и количество этих верующих росло. But there were many people who were using the gospel to express their political independence. Но было также много людей, которые использовали вот Евангелие для того, чтобы выразить какие-то свои политические взгляды и добиться политической независимости. Farrell realized they needed somebody else
to help them in Geneva. И Форель понял, что самим им не справиться. Им нужен кто-то еще, чтобы помочь им в Женеве. And it's at this point that John Calvin arrives on the scene. И в этот момент на сцене появляется Жан Кальвин. Because in July 1536, John Calvin completely unexpectedly visited the city. Дело в том, что в июле 1536 года Кальвин совершенно случайно, не ожидая этого, оказался в Женеве. He was on a journey, but the usual route was blocked. Он просто путешествовал из одного города в другой, но обычная дорога была просто перекрыта. He made a diversion and intended just to stay the night in Geneva. И ему пришлось объехать этот затор, и он планировал остановиться в Женеве на одну ночь. Farrell, who read the institutes, had heard of Calvin and heard that he was in the city. Форель читал наставления христианской веры Кальвина, он уже слышал о Кальвине и узнал, что Кальвин приехал в Женеву. He rushed to his lodgings. Он побежал в его гостиницу. And he begged him to stay and help. И начал упрашивать его, чтобы Кальвин остался и помог ему. Calvin said, "No, he's not the man." И Кальвин сказал: "Да нет, я совершенно не хочу этим заниматься." He wanted a place where he could quietly study. Я хочу найти тихое место, где я буду изучать толстые книги. A noisy Geneva was the last place for that. А в вашей беспокойной и шумной Женеве я не смогу заниматься наукой, так что здесь я не хочу оставаться. Farrell went on begging. Форель продолжал упрашивать Кальвина. Calvin later wrote, "When he could get nowhere by prayer, he proceeded to curse me." И позже Кальвин написал, что когда мольбы Форели уже перестали помогать, он начал проклинать меня. He said that he would plead God to curse my rest and tranquility for study if I were to withdraw and refuse to give my help and assistance. Yes. Форель говорил, что я буду молиться о том, чтобы Бог проклял все твои научные занятия, чтобы он лишил тебя покоя и мира, если ты не останешься и не поможешь нам. Calvin said, "This word frightened me." И Кальвин позже написал, что эти слова меня напугали. Shattered me so much that I gave up my journey. И они напугали меня настолько сильно, что я был вынужден прервать свое путешествие и остаться в Женеве. And I remained in my shame and timidity. И я остался, несмотря на все свое нежелание это делать. So Calvin began as a pastor. Итак, Кальвин стал пастором в Женеве. He was a shy, retiring man. He wanted to keep in the background. На самом деле, он был довольно застенчивым человеком. Он не любил каких-то публичных выступлений. He was appointed a pastor. Но он был назначен пастором женевским. But when the time came for his first salary, the clerk couldn't remember his name and simply wrote in the ledger that Frenchman. И, ну, поскольку Кальвин старался где-то в тени все время оставаться и прятаться за чью-то спину, когда пришло время выплачивать его первую зарплату, то бухгалтер, который выдавал зарплату, он даже не знал, как его зовут, и написал в книжке, ну, какой-то француз. Then Farrell took him along to a big meeting in Lausanne in 1536. В 1536 году Форель взял Кальвина с собой в Лозанну на богословский диспут. It was to be a debate between Protestant and Roman Catholic theologians. Должны были состояться дебаты между протестантами и католиками. Calvin just went as Farrell's helper. И Кальвин просто поехал в качестве помощника Форреля. The man who carried the books, I suppose. Наверное, просто нес книги Форреля. However, during the course of the debate, a Roman Catholic theologian made a completely false quotation from Augustine. Однако во время дебатов один из католических богословов процитировал Августина, причем совершенно не в тему, то есть просто с потолка. Calvin stood up and said, "No, in such and such a book, in such and such a chapter, Augustine says this." Но proceeded to quote for about five or six lines. Но Кальвин знал, что это неправда, он поднялся и сказал: «Это неправда. Августин вот в этой книге, в этой главе, на этой странице написал на самом деле следующее». И по памяти процитировал 5 или 6 строк. This was all done from memory.
И, конечно, у него не было никаких записей, все из памяти. And immediately the authorities realized they got an outstanding theologian in their midst. И все, кто присутствовал, тут же поняли, что среди них находится особенный человек. He was called upon to take a more active part in the debate. И ему предложили принять уже активное участие в этих дебатах. And really, he'd come to the attention of the Swiss Protestants. И именно вот в Лозанне, наконец-то он привлек внимание к себе швейцарских протестантов. Back in Geneva, he drew up regulations for church discipline. Они вернулись в Женеву, и Кальвин составил правила поведения для Женевской церкви. But immediately began to run into trouble. И это сразу же вызвало недовольство и проблемы. He urged that admission to the Lord's Supper should be restricted to people of blameless life who could make a profession of faith. Кальвин настаивал на том, что участие в вечере Господней могут принимать только настоящие верующие, которые могут заявить о своей вере, и люди, ведущие чистую жизнь. Produced trouble on the big scale. И, конечно, такой подход затронул огромное количество людей. All of the citizens have been accustomed to receiving the Lord's Supper. Потому что до этого все жители Женевы участвовали в вечере. The council stepped in and ordered the ministers to administer the Lord's Supper in the way that it had always been done on Easter day. Городской совет вмешался и сказал, что на Пасху пастора Женевской церкви должны всем дать вечерю Господню, как это обычно и делалось. Three ministers refused. И пастора отказались это делать. And they were given the sack. И их уволили. They were told to get out of Geneva within three days. И было отдано распоряжение покинуть фактически Женеву в течение трех дней. Calvin eventually arrived in Strasbourg. После этих событий Кальвин в конце концов оказался в Страсбурге. He arrived there hurt and shattered by what had happened. И, конечно же, он был больно ранен тем, что произошло в Женеве. But he was to stay there from 1538 to 1541. И поэтому он задержался в Страсбурге на довольно долгое время. С 1538 года по 1541 он там жил. Strasbourg was really a crossroads in the, at that time. Страсбург, он был стоял на перекрестке множества дорог в то время. And it was a place where various forms of Protestantism were able to express themselves. И в этом городе существовали совершенно разные формы протестантизма. There were the followers of Martin Luther. Там были последователи Лютера. And of the Swiss theologian Zwingli. Были последователи Цвингли. And there were Anabaptists. И были также анабаптисты. But of the greatest significance for Calvin was the presence of Martin Bucer. Но для Кальвина было важно то, что в тот момент там находился Мартин Буцер. An older man who acted like a father to Calvin. Мартин Буцер был уже в то время пожилым человеком, и он фактически стал отцом для Кальвина. Whereas Farrell had been a fiery character who wasn't always wise in what he did or said. В то время как Фаррелл был таким вот энтузиастом, который сначала делал, потом думал. Буцер was thoughtful, careful, and acted really as a pastor, probably the first pastor that Calvin had ever had. Буцер был совершенно противоположным человеком. Он был таким рассудительным, мудрым, опытным и был настоящим пастором. Возможно, это был первый пастор, который был в жизни Кальвина. Calvin himself never wanted to be a pastor again. Но Кальвин-то сам никогда уже больше не собирался становиться пастором. But Bucer persuaded him to accept the pastoral care of a group of French refugees. Но Буцер смог убедить его стать пастором небольшой группы французских беженцев в Страсбурге.
We were persuaded him that it's important to have a group of elders to help in a church. И также по совету Буцера в этой церкви была группа старейшин, которые помогали каменам. They would be experienced laymen who would stand alongside the pastor. Старейшинами являлись обычные члены церкви, не рукоположенные, но у них был опыт жизненный, и они помогали пастору. Calvin accepted many of Bucer's teachings on church government. И Кальвин воспринял многие наставления Буцера об управлении церковью. He adopted Bucer's form of service and later adapted it for Geneva. Он принял форму богослужения, придуманную Буцером, и позже применил ее также в Женеве. And in 1539 he wrote the first of his commentaries on the Romans. В 1539 году Кальвин написал свои первые комментарии на послание к римлянам. I noticed it was available in Russian on the bookstall outside. Calvin's commentary on the Romans. Я заметил, что эта книга, она есть на русском языке, там на столе продается комментарий Кальвина на послание к римлянам. He also did his first revision of the Institutes. В 1539 году он сделал также первое переиздание наставлений. He also got into controversy with the Anabaptists. В этот же период он вступил в дебаты с анабаптистами. He had already challenged the teaching of some Anabaptists that the soul sleeps between death and the resurrection. Чуть раньше он уже написал небольшую книгу против анабаптистов, которые учили, что душа спит между смертью и воскресением. That wasn't a teaching of all of them, but it certainly was held by some. Не все, конечно, анабаптисты этому учили, но некоторые из них. Bucer persuaded him that he ought to get married. He needed a wife. Буцер также уговорил Кальвина жениться. Calvin had always argued that his life was too uncertain for him ever to take a wife. Кальвин говорил, что его жизнь слишком непостоянна для того, чтобы у него могла быть жена. Bucer persuaded him that there are godly ladies who are willing to accept the uncertainties of a pastor's wife. Но Буцер убедил его в том, что есть молодые и благочестивые женщины, которые готовы разделить с ним все горести его пасторской жизни. So eventually he did marry. И в конце концов Кальвин женился. Interestingly, it was the widow of an Anabaptist pastor. Интересно, что женщина была вдовой анабаптистского пастора. Идолет ван Бюрен. И звали ее Идолета ван Бюрен. And it was a very happy marriage indeed. И это был довольно счастливый брак. They had at least three children, but sadly they all died in infancy. У них было по крайней мере трое детей, и к сожалению, все они умерли в младенчестве. Just to go forward in the story a bit, Idelette came back later with Calvin to Geneva, but she died in 1549. Идолетта вернулась вместе с Кальвином в Женеву, но она умерла в 1549 году. She never had good health. У нее всегда было очень плохое здоровье. But when she died, Calvin's grief was profound. Но когда она умерла, для Кальвина это был огромный удар. He wrote, I am no more than half a man since God recently took my wife home to himself. И одному из своих друзей в письме он написал, что от меня осталась только половина человека с того дня, когда умерла моя жена. Many years later he wrote to a friend who'd lost his wife. И несколько лет спустя после смерти своей жены он отправился к другому другу, у которого тоже умерла жена. He wrote, even now I fully know how difficult it was 7 years ago to deal with such grief. И он сказал, что даже сейчас, спустя 7 лет, я по-прежнему понимаю, насколько тяжело переживается это горе. So he was a man of deep personal feeling. Поэтому у Кальвина на самом деле были глубокие чувства. Meanwhile, in Geneva, Calvin's successors were facing problems they couldn't deal with. Пока Кальвин находился в Страсбурге, у его друзей в Женеве были проблемы. Disorder was breaking out again. Опять начались беспорядки.
And a Roman Catholic cardinal wrote a letter to the citizens of Geneva, saying to them, "You never had trouble like this when you were in the Roman Catholic fold." И католический кардинал Садолета написал письмо в Женеву, суть которого сводилась к следующему: пока вы были католиками, у вас все было нормально. Вы стали протестантами, у вас творится неизвестно что. Come back to Mother Church and peace and tranquility will follow. Вернитесь к Матери Церкви, и у вас опять установится мир и порядок. The pastors in Bern and the government of the canton of Bern urged Calvin to write to Sadoleto and to answer him. Пастора из Берна и те, кто управлял бернским кантоном, они уговаривали Кальвина написать ответ этому католическому кардиналу. His reply proved to be a brilliant piece of writing. И Кальвин на самом деле написал ответ Садолета, и его ответ был блестящим богословским трудом. His reputation in Geneva rose rapidly. И репутация Кальвина в Женеве опять начала расти. And the council invited him back. И городской совет попросил вернуться его в Женеву. He didn't want to go. Но он этого, конечно, не хотел. Last place on earth that he wanted to be. Женева была последним местом на земле, куда он хотел вернуться. Бюсер persuaded him that that was where God wanted him to be. Но вновь Бутер вмешался и убедил Кальвина в том, что это именно то место, где Бог хочет, чтобы он нес служение. So very reluctantly he went back. Поэтому с большой неохотой Кальвин возвращается в Женеву. Resumed his duties as pastor of the church in Geneva. И возобновляет свое служение в качестве женевского пастора. He climbed into the pulpit of the great church, St. Peter's. Он поднялся за кафедру церкви Святого Петра в Женеве. Opened the Bible at the Epistle to the Ephesians halfway through. Открыл послание к Ефесянам. And they began by saying, "Last time I reached the previous verse," and resumed with a brief summary of the previous sermon 3 years before, and then carried on preaching. И начал свою проповедь со слов. 3 года назад я остановился где-то примерно в этом месте, послание к Ефесянам в 3 главе, в таком-то стихе. Мы продолжим изучение послания к Ефесянам. He was also professor of theology. Он также стал профессором богословия в Женеве, chaired the company of pastors, председателем пасторского совета, and wrote an immense correspondence. И постоянно находился в переписке со многими людьми. He set up or persuaded the church to establish a consistory. Кальвин убедил церковь организовать такой орган, который он назвал консистория. That consisted of 12 lay elders. Она состояла из 12 членов церкви, старейшин, who would watch over the lives of the citizens and church members. Задача которых была наблюдать, следить за жизнью пасторов и жителей Женевы. They were to admonish the weak. Они должны были поддерживать слабых. And try to win back those who strayed. И возвращать на пути истинные тех, кто уклонялся. Sadly, the membership of the church was still the citizens of Geneva. Ну, и надо отметить, что в тот момент членство церкви совпадало фактически с женевским гражданством. The consistory could take note of any unbecoming conduct. И консистория имела право обратить внимание на любое неподобающее поведение. Adultery, gambling, swearing. Такое как прелюбодеяние, игра в азартные игры или ругань. Heretical beliefs. Какие-то еретические мнения. And sometimes it even dealt with going to sleep during a sermon. И иногда консистория даже обращала внимание, если вы заснули во время собрания. People who slept might get a visit from an elder the following week. То есть, если кто-то заснул, то на следующей неделе к нему приходил старейшина. Examples of discipline in practice could include false teaching. People could
be disciplined for false teaching. И консистория принимала дисциплинарные меры по отношению к тем, кто учил уже учение. There was a man called Castellio. Например, в Женеве был человек по имени Кастелья, who taught in the college. Он учил, преподавал на самом деле в колледже. And suggested that the Song of Solomon was not inspired. И он высказал мнение, что песни Соломона не является богодухновенной книгой. For this reason, he was refused admission to the ministry. И его за это уволили. And left the city. Ему пришлось покинуть город. Another man, Bolsec, attacked Calvin's teaching on predestination. Другой человек по фамилии Большек, он выразил несогласие с учением Кальвина о предопределении. And he too was excommunicated and left the city. Его тоже отлучили от церкви, и он покинул город. He returned to the Roman Catholic Church. Он вернулся в лоно католической церкви. And took his revenge by writing a horrible life of Calvin. И отомстил Кальвину, написав совершенно лживую биографию этого человека. Even today, unpleasant stories are still circulated about Calvin, which were the inventions of Bolsec. И даже сейчас существуют всякие дикие истории о Кальвине, и все они были придуманы этим человеком Большеком. But there is, in fact, one case of discipline that we do need to pay attention to because it's blackened Calvin's memory. И, конечно, есть один эпизод, связанный с дисциплинарными мерами в Женеве, который мы должны более внимательно рассмотреть, потому что этот эпизод, он, в общем-то, чернит память Кальвина. And that was the case of Michael Servetus. Этот эпизод связан с Михаилом Серветом. Many years before Calvin went to Geneva, Servetus wrote a book attacking the doctrine of the Trinity. Еще до того, как Кальвин появился в Женеве, Сервет написал богословскую книгу, в которой он отрицал Троицу. Calvin wrote to him and tried to win him back to biblical teaching. Кальвин писал Сервету, пытаясь переубедить его и вернуть его на путь библейского богословия. He was unsuccessful. Ну, Кальвину не удалось этого сделать. And then later on, Servetus wrote a reply to the Institutes. В свою очередь, Сервет написал ответ Кальвину, which he called the Restitution of Christianity. Ответ на его книгу «Наставление в христианской вере». Свою книгу Сервет назвал «Восстановление христианской веры». То есть очень похоже на название Кальвина. Servetus's book was full of anti-Roman Catholic statements and anti-Calvinist statements. И в этой книге «Восстановление христианской веры» Сервет делал много утверждений и против католиков, и против Кальвина. He got into trouble in France. Во Франции у него уже возникали проблемы. And was thrown into prison, but managed to escape. Католики посадили его в тюрьму, должны были казнить, но он в последний момент бежал. And he fled of all places to Geneva. И, как ни странно, он бежал в Женеву. There he was recognized. Там его, конечно, узнали. And found guilty of anti-trinitarianism. Обвинили в том, что он учит, ну, отрицает Троицу. And pantheism. И также учит пантеизму. Genevans consulted the other Swiss cities. Женева консультировалась с другими женевскими швейцарскими городами. And they all agreed that he should be put to death. И все высказали мнение, что еретика нужно предать смерти. And the Genevan authorities decided to put him to death by burning. И Женевский городской совет решил казнить его через сожжение. Calvin agreed that the death sentence was the right sentence. Кальвин поддерживал смертный приговор. But he was opposed to execution by burning. Но он был против костра. He tried again and again before Servetus was executed to get him to change his views, but was unsuccessful. Кроме того, до того, как Сервета казнили, Кальвин пытался переубедить Сервета, как-то побудить его изменить свою точку зрения. And the death sentence was carried out. Но безуспешно, и смертный приговор был
приведен в силу. The event has blackened Calvin's name. Этот эпизод, конечно, чернит имя Кальвина. Many people think it was an act of personal revenge. И многие люди думают, что это была личная месть. Calvin certainly did believe in the death sentence for serious heresy. Мы должны признать, что в то время Кальвин считал, что ересь заслуживает смертной казни. There, I think he was moving against the teaching of the New Testament Church. С моей точки зрения, тут он, конечно, не соответствовал Новому Завету. But we must never lose sight of the fact that Servetus's teaching were completely destructive of New Testament Christianity. Но с другой стороны, мы тоже должны помнить, что учение Сервета, оно полностью разрушало учение Нового Завета. And we also perhaps need to notice that the time when Servetus arrived, there was a real attempt to get Calvin out of Geneva again. И кроме того, мы также должны учитывать, что в тот момент, когда Сервет приехал в Женеву, в Женеве некоторые пытались произвести переворот. Possibly Servetus was aware of this and wanted to take advantage of it. И, видимо, Сервет знал об этом и хотел принять в этом участие. However, Castellio's comment, I think, is pertinent. Ну, как бы то ни было, но слова Кастелли, наверное, верны. To kill a man is not to protect a doctrine, it is to kill a man. И он сказал, ну, убивая человека, мы не защищаем учение, мы убиваем человека. We move on to Calvin's last years. И теперь мы переходим к последним годам жизни Кальвина. The Servetus affair coincided with a real effort by the opponents of Calvin to destroy his influence. И вот этот эпизод с Сервитом, как мы уже сказали, он совпал по времени с попытками противников Кальвина все вернуть по-старому, сделать по-старому. These opponents were known as the Libertines. И противников Кальвина назвали либертинцами. But in 1555, the Libertines were completely defeated in the city elections. Но в 1555 году либертинцы потерпели полное поражение на городских выборах. Partly because the gospel was having a growing impact on Geneva. Частично потому, что Евангелие оказывало все больше и больше влияния на Женеву. And partly because there was a growing number of refugees settling in Geneva. Частично потому, что в Женеве собиралось все больше и больше беженцев. On a single day in 1557, 200 French were settled there. Например, за один день в 1557 году в Женеве появилось 200 французов, 50 English people, 50 англичан, 25 Italians, 25 итальянцев and 4 Spaniards. И четверо испанцев. Calvin's reputation as a champion of the Reformed faith was spreading right across Europe at this time. Репутация Кальвина как главного защитника реформации распространилась по всей Европе. To provide for the future, an academy was established in 1559. В 1559 году была также создана Женевская академия. Calvin drew an outstanding group of teachers to that academy. И Кальвин собрал просто блестящую группу профессоров в своей академии. They included Theodore Beza, who later succeeded Calvin. Среди них был также Теодор Беза, который занял место Кальвина после его смерти. Beza was appointed professor of Greek and rector of the academy. Беза был профессором греческого языка и также ректором академии. The establishment of the academy established Geneva as the intellectual center of the Reformation. И когда появилась Женевская академия, стало ясно, что Женева — это интеллектуальный центр реформации. And students were attracted from all over Europe, but particularly from France. И поэтому студенты со всей Европы стекались в Женеву для учебы, но особенно из Франции. During these years, there was a steady stream of young men going into France
as missionaries. И благодаря этому в эти годы постоянно Женева отправляла миссионеров, молодых миссионеров во Францию. Although there could be a terrible cost to pay. Хотя очень часто им приходилось платить за это очень дорого. Five young men were on one occasion were betrayed just as they entered France. Однажды пятеро молодых людей, миссионеров, их предали, только они переступили границу Франции. They were burned at Lyon in 1553. И в 1553 году их просто сожгли в Лионе. Calvin wrote to them while they were in prison, and these letters are a model of pastoral care and counseling for people who are suffering for the sake of the gospel. Пока они находились в тюрьме перед сожжением, Кальвин писал им письма. Они сохранились, и эти письма — это просто образец вот пасторской заботы, мудрости и поддержки людям, которые оказались вот в таких обстоятельствах. But in spite of the bitter persecution, the gospel was going forward. Но несмотря на все жесточайшие гонения, Евангелие продолжало распространяться. In 1555 there was one Protestant church in France. В 1555 году во Франции была всего лишь одна протестантская церковь. In 1559 there were 30 churches. Но в 1559 году было уже 30 церквей. Two years later, 1561, there were 2,150 Protestant churches. Через два года, в 1561 году, во Франции было 2150 протестантских церквей. Most of the pastors were young men trained in Geneva. И большинство пасторов этих церквей это были молодые люди, которые прошли обучение в Женеве. Calvin wrote to the churches, "Send us wood, and we'll send you back arrows." И Кальвин написал одной из церквей: пришлите нам древесину, дерево, бревна, а мы вам обратно вернем стрелы. John Knox from Scotland described Calvin's Geneva as the most perfect school of Christ that has ever been on earth since the time of the apostles. Джон Нокс, шотландец, описывал Женеву так, что это самая совершенная школа Христова на земле со времен апостолов. He went back to Scotland, taking the teachings of Geneva and implementing the Reformation in his own country. И он вернулся в Шотландию из Женевы и принес с собой учение Кальвина, и в Шотландии тоже произошла реформация. To the end, Calvin continued the continuous work of writing. И Кальвин продолжал писать до самых последних дней своей жизни. An indefatigable letter writer. Он был также неустанным писателем писем. He poured out a continual flow of commentaries and treatises. Он непрерывно писал библейские комментарии и богословские трактаты. He could dictate to two secretaries at once. И он одновременно мог диктовать двум секретарям. His output is remarkable in view of his poor health. И это вообще невероятно, если мы помним о том, насколько слабым он был в своем здоровье. Towards the end of his life, he was sometimes carried to the church on a stretcher. В конце своей жизни он уже не мог ходить, и в церковь его носили на носилках. But struggled into the pulpit. И он с трудом поднимался за кафедру. Beza said he carried so many illnesses that he was a walking hospital. И Беза сказал, что у Кальвина было столько болезней, что это была просто ходячая больница. Overworked and increasingly ill, he drove himself into his grave. И, конечно, все эти болезни, они довели его до могилы. Shortly before his death, he said to the assembled pastors, "I have not corrupted one single passage of Scripture, nor twisted it as far as I know." И перед смертью он собрал женевских пасторов и сказал им такие прощальные слова: "Я не исказил ни одного отрывка в Писании и не извратил смысл ни одного слова, насколько я знаю. I've always studied to be simple." И я всегда стремился быть простым. 27th of May, 1564, he died. Он умер 27 мая 1564 года. At his request, he was buried without ceremony.
И по его просьбе его похоронили без всяких церемоний. No funeral service. Не было даже богослужения, посвященного его похоронам. It disapproved of funeral services because they've been so abused with prayers for the dead in Roman Catholic churches. Дело в том, что Кальвин не одобрял похоронное богослужение, поскольку на них в католической церкви произносились молитвы за умерших, поэтому он вообще от этого старался отказаться. He was buried in an unmarked grave, no tombstone. Его похоронили в могиле без всякого памятника и какого-то даже надгробия. Nobody knows the exact site. И поэтому сегодня даже неизвестно, где точно Кальвин похоронен. Preachers and princes took his teaching across Europe. Но те люди, которых он учил в Женеве, они разнесли его учение по всей Европе. I will be brief. Ну и в заключение. The importance of John Calvin. First of all, he laid the foundation of modern exegesis of Scripture. Несколько слов о важности Жана Кальвина. Первое. Он заложил основы современного толкования Писания. He always worked to explain what the original writer meant. Кальвин всегда старался объяснить, что автор имел в виду первоначально. Then he showed how that meaning fitted into the teaching of the Bible as a whole. После этого он показывал, как вот учение конкретного автора соответствует учению всей Библии в целом. And then he applied it to the people in front of him. И наконец он показывал, как это можно применить в жизни. Never used notes in the pulpit. Интересно, что он никогда не использовал конспект, когда проповедовал. Carried either a Hebrew Bible or a Greek New Testament, for which he translated. И причем он проповедовал или с еврейского текста, или с греческого, и на ходу переводил. He told preachers they must look into the eyes of their hearers. То, что я считал, что проповедники должны смотреть в глаза своим слушателям. He, as I said, always strove to be simple, and he resisted using Bible stories as allegories. Как я уже сказал, Кальвин всегда старался быть простым и понятным. И кроме того, он никогда не использовал библейские истории в качестве аллегорий. Because they have been so abused during the Middle Ages. Потому что опять вот средние века этим очень сильно злоупотребляли. When people preached from the Bible, they merely told them Bible stories, but they never got the message across. Проблема была в средние века в том, что проповедники пересказывали библейские истории, но до сути этих историй они никогда не могли докопаться. Secondly, his institutes are a masterly explanation of the message of the Bible. Второе важность Кальвина. Его книга «Наставление в христианской вере» — это блестящее объяснение основных учений Библии. Warmly practical. Это практическая книга. And continue to be read and treasured to the present day. И ее читают и ценят до сегодняшнего дня. Calvin believed, thirdly, that the church is a spiritual institution responsible for her teaching and discipline. Кальвин также, третье, Кальвин верил в то, что церковь — это такое духовное установление, которое несет ответственность за свое учение и за дисциплину в церкви. He was never able to separate church and state in Geneva. И надо признать, что Кальвин никогда так и не разделил государство и церковь в Женеве. There are weaknesses in his understanding at this point. И в этом моменте есть определенные слабости в его богословии. But a better application of his treatment was found in France. Но его учение нашли лучшее применение во Франции. Where because of it, of persecution, the churches did maintain independence. Потому что во Франции из-за гонений церковь была независима от государства, отделена от государства.
I find myself compelled to disagree with his teaching on baptism. Лично я не согласен с священником Калином по вопросу крещения. I think that was a fundamental weakness which threatened the spirituality of the church. Я думаю, что здесь крылась ошибка, которая вообще ставила под вопрос духовность церкви. But acknowledging these weaknesses, we should nevertheless thank God today for such an outstanding Christian leader whose work continues to guide and help us as we face our own generation. Но признавая откровенно все слабости богословия Кальвина, мы должны быть благодарны Богу за такого благословенного богослова и учителя, которого он послал в своей церкви.